ремонте уже целка, блядь. Что-то я в седых холмах уже 14 минут бегаю. Че, на приколе тогда получат ЕП просто, если он будет с нами сидеть. Ну, на замене. Ну да. Да. Если кто-то офнится. На этом кодаче варом пошел с пугами, если три осколка полутал. Еще параллельно. Так это вообще заебись. Но, ты в смысле сам собирал или тебе дали осколки? Сам собирал. А 4 хила или сразу 5 хилов ходим? А чё, там кто-то подамажить хочет? Там мало ли Акиса может подамажить. Так, а хочет. Тут какой-то новый шман. А вот это кто этот бидон, блять? Чё-то вот я, блять... Вот он сегодня вот, перед РТ взяли. Ага. Ага. А ты в Дисе бидон? 2Т10. У меня такое ощущение, что Слава немножко выбил. Почему 2Т... 2Т10 и шея Багруха Гир. Я проснулся недавно. Вот, зачекай шамана. Это все, конечно, заебись. Багрухи, все эти. Главное, как он играть будет. Силу прилива не взял, ну ладно, похуй. Тут диспел есть. Нормально должно быть. Так, кто там у нас в танке? Ну, весь диспел на тебе, мне лень в холике диспелить. На стресса только не... и до односка нету. Погнали. Здравствуйте. Привет. Ой, там ловушки, кстати, я не играл. Там пет чей-то пошел, блядь, или че это? Блин, мне показалось. Микро шипит. А, сейчас, включу. Не, ну шаманы заебись, оно в плане ауешного босса вообще не плохо. А хапал он заебись, когда двух танков хуярит. Вот, а когда большие просадки и двух танков хуярит, то два хапала заебись. Это хорошо, что у Бурибая спек есть. Так, что-то все неохота, блин, а по чуть-чуть. Вадикон отлетел? Куда отлетел? О, номер. А-а-а. Блять, сегодня свет вырубали. Часов на 6, блять. А у меня видосы должны были загружаться, и они, сука, не загружались. Час загружаются, блять. У нас что-то и Вилаши нету, где он делся? Куда он? Что-то одного танчу.
самолету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Мы, кстати, можем еще бисеров ШП спекнуть, а Бурибая хила. И у нас будет плюс РДД. У меня нет ШП. А, нету? Ты же был. Нет, это у Опси не был. А, понял. У меня только в разработке. Вроде все тут. Дримботок. Еще какой-то новый лок. Яси. Ебать, 5 локов. А лок, шаман без ДС сидит, да? Почему без ДС он сидит? Даже пригласить его, правильно? Так, жрите рыбу. Так, то почете. Рыба, нихуя себе. У меня тут 50 лежит, конечно. А, 36 уже. Блять. У меня одна банка настой каменной крови. Вилаш, у тебя есть настой каменной крови? Блять, вот эта хуйня надо кому-то? 58 минут. Кто там был в ульде со мной? Ганшинжир, ты был? Ну-ка. О, был. Мне войду одну банку, да, я то... Я вот не знаю, хватит мне или нет. Так, ну все, мы с ним вдвоем танчим, короче. Самое главное, нас не проебите. Ну давай, Акиса на воде, щит земли держи. А Бидон, ты в Дисе? Бля, линканите квест на ребро, пожалуйста. Так, он спасибо. Там... Вон он зашел, ему надо роль дать. Так. Дайте масло одно ДК, у меня просто не осталось. Бидон, ты тут? Я тебя перетащил. Это щит земли на Эвилашу кидай на кружок, а Киса на звездочку на Войда. Все. Короче, бисер смотри за Эвилашей, а Геншин смотри за Войдом. Не проебите танка сейчас. Проверка. Здравия. И демыч. Отчет даю. 5, 4, 3, 2, 1. Служи там, выходите, не забывайте. В Гере вы бы уже сдохли. Каску, лапу, пристабав. Сразу тотем свой сливай, водикон, иннер по Акисе.
быстрее, слушай, выходите, сейчас все, все подохнете, блядь. Давайте, захиливайтесь на вихре. Понял, блядь. Выбегайте служ заранее, или что это, слишком сложно? В Герри вы за 2 тика у вас будет 10% хп, блядь. На 3 тик вы сдохнете. Тут вы по 4, по 5 тиков лутаете. Вадикон, ресы Зуклю. Каску, лапу, пристава. Бидон, ставь тотем, пес и гимн на ману. Геншин там собаку слей, там хуй знает. Ману себе порезай. Давай, Вилаша, не зыб. На всякий случай. Так, кто там новенький? Аддон и PvP Лутмастер надо установить. Чтобы на разроле вы видели, что нажимать. Кнопки там 100% ГП. Сейчас... ну, пока трэш на леди будем бить. Можете установить, если время хватит. И если нет, то это... перед кораблями. После леди. Так, Бидон тоже сдох, я так понял, да? Блять, надо еще ваши тотемы в ДВПМ добавить. Вот Дикон по Геншину залей. Блять, что-то друидов сегодня мало. Ни Рависта, ни Синтека. Нам, кстати, в вечернюю гильдию Килая пришла. Блять, спекнуть, не спекнуть. Спекнись. Это, рарник спекнись на помощь там. Так, ну лучше появляется табличка, у кого дон есть. Кольцо. Меткость крит СПДшная. Так, смотрим. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Так, пса 10%. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи. Пояс топовый. Источник истинной силы. Так, имя имен. Больше всего приоритета. А кто там еще может? Ну ниже идет Химиса. Лок. А у тебя крит меткость, да? Ну у меня просто перекап ее меткости. Вот, а у него дух. Дух хаст. Че, тебе или ему отдавать? Погоди, Химиса, у тебя другой пояс есть? Дух хаст у него 64-й. Но он просто в демоне играет, поэтому у него дух там, что он переодевает. Блять, ну хуй знает. Ну отдай ему. Для нашего господина.
Его сила не знает границ. Ну и это санина, это на распыл. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Какой сегодня квест, ссылка, не знаете? Так только что был квест. Только что взяли. А, ебать. Я чуть не провтыкал. Перевербовка. А, возьмите квест на Дарнована. Там колокол лежит, и это... Привет. И свиток. Удачи. До скорой встречи. Ебать, чьё это тело, нихуя себе. Блять, еще боишки разрывали. Свиток? Какой свиток? Лежал какой? ГП за колокол, блять. Беги, сова, беги. Вот такой. Подвел, типа они не видят, не бьют его, что ли. РДДшники, вон, ебаните помощника наверху. Что-то его увели уже далеко. Так, Авилаша, что у тебя там, настакана? Ну давай свой Т4 тогда. Мы с тобой слева, как обычно. Справа рарник. Первая, третья слева. Вторая, четвертая справа трэш. Дзин, топа там на равника напуливайте мобу. Все, отпивайте ману. Можно баса баснуть, там каски кулаки. Да я бы даже сказал, нужно. Вообще, когда полипауэра нету, нужно отслеживать, запоминать в идеале, кто упал. Если упал человек, сразу по этому классу бафы давать. Но с полипауэром, конечно, проще смотреть, есть твой баф или нет. Все, чек на пол. Так, вроде все готовы пулять. Вот Дарнован, блять, я ему оковы кинул, я забыл, что это не моб. Этот Буреба или Зубер? Приверженец. Прямо у нас, блядь. Я понял, короче. Вилаша, заберешь там моба? Идите кто-то Дурнована, блядь. Ёбаный в рот, короче, нахуй. Вот. Вы чё, забыли, что квест у вас? Вон фанатик еще. Помогу, контроль. Чуть не захуяли пацана в толпе, блядь. Дурнована этого, блядь. Он выходит, я ему оковы кидаю, как обычному мобу, блядь.
что вы босса бьете, это охуенно, но он тут как бы трэш живой стоит. Если с одной стороны добили быстрее, то с другой стороны пару костов дайте, чтобы мы не стояли мобы. Сегодня интересная пачка. Последний трэш бьем. Это интересно стало, с ним слово хуёвое. Блять, ебаный приверженец. Обновите. Давайте Геру. На вилашу сейчас на пулы отдайте. Хотя у меня один стак, ну ладно. Все, следующие на пулы на воида. Курва тупая заебала, давай ходи. Кастует и кастует себе, блядь. А вот этот ход назад, это вообще пиздец. Там наверху мобы с этими, как они называются, не белунг на ПВП. Не знаю, надо кому-то, нет. Так, Билунг бесплатно, сердцекол бесплатно. Надо кому-то сердцекол. Дзин тебе надо. Шапка на танка. Да, придется коллекцию собирать. Квест не забудь, кстати. Да ебать. Там это, чтобы аддон заработал, надо галочку поставить на устаревшие аддоны. Угу. Там Геру понерфили очень хорошо. Единственное, что принцов мало понерфили. У них там ХП было пиздец.
140 лямов, блядь. И считай, 10% отнимают, это что, блядь, 120 лямов. Надо было им тоже двадцатку срезать. Слишком... Лича не трогали, да? Лича, сука, не трогали, пиздец, там 205 лямов. Вой, дай я в пушке посижу. Ни Лича, ни Джайну. А если я сдохну, блядь? Я же в холике тебя как холипал, блядь, хилю. Ну сиди, похуй. Два шамана, холипал и геншин, вой, да хильте там, не проебить. Берите ранц. Где вы там? Подъезжайте сюда быстрее. Дрим баток. Говоря, байри логаешься или что? Вылетел куда? Да, эта игра закрылась, там ошибку выдала. Зашел уже. Все, запускаю. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горхрон, взлетаем! Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! На нашем корабле пускай там Зукли и Топа тусуются, остальные все на тот корабль. Мага убивать быстрее. Все, перелетайте там, убивайте всех. Сука, я заебался зевать уже. Надеюсь, зацелка проснусь. Начинайте там посильнее хилить.
большой волной шаманы. Корабль сейчас умрет. Так, крой вампира прожал. Все, добивать. Новый рекорд 3.54 пишет. У меня пишет 3 минуты 9 секунд. Предыдущий рекорд 3 минуты 14 секунд. У меня пишет 3.54, а предыдущий 4.21. Пыню какой-то пишет. Ну, по-разному, может, считает как-то. Ебаная табличка, блять. У меня 3 минуты 54, и рекорд был 5 минут 17 секунд. Ну, а киса в ДД здесь. 4 хила будете. Боешка. Боешка, да. Кольцо топовое на хила. Бля, за боешки как ролить? Тоже за ГП или чё? Нет, никак не ролить. А, ну ты их забираешь, понимаешь? Ага. Всё. Тапки, дух, крит. Тебе вылезает окошко 100%, 50%, 10%? Ну вот это как раз это аддон. 100% это 100% ГП ты готов заплатить, 50% это уже 50%. Ну остальное и так понятно. Ну да, да приора у тебя особо нет. Можно с нулем все равно ставить, например, 10 или 100. Без разницы. А друиды с кони будет, да, бафа? Ну вот дикон есть, должен быть баф. Во, во, все. Что-то проебал. Два носка, модифицист тут. Да-да. Запускаю. Дайте кулак по шаманам, пожалуйста. Что с текстурами? Почему он, блядь, пасы передо мной светом, он, блядь, не в зоне действия, нахуй? Вне поле зрения. Ну, он такой маг. Уклоняющийся. Сейчас нормально. Короче, Акисины 20к, Дирейда 310. Ну, кто-то офнулся. Малифицист офнулся. Минус 20. Ты успеешь зайти? Он уже сегодня будет алтек. Значит, 310, блядь. Адигира. Five, three, two, one.
У тебя что там, неистовство включено, что ли? Или просто таунт нажал? Даже ДПС 330 держим сейчас. ДПС огромный у рейда. Ты еще без вара? Да. С варом можно в геру идти. Триста тридцать, Акиса 21600, история 23, топа 20300, история 18300. Что-то случилось? Да, я там немножко не то сделал. Ну вот у нас стресс ДПС хороший стал. 16700, раньше 13 был. У меня РП было 90%. Слав, можно сейчас слетать по-быстрому до ворона, купить камень в кольцо? Да, да, и слетай. Спасибо. Блять. Так, защитник. Эти, как они называются, без ГП, просто нажимайте кнопку. Если надо, там 100% нажимать. Т10 без ГП. Так, на стресс и бидон. На стресс бидону закинуть, а вроде пока были эти. Да кидай. Ну еще к тому же носят их. Да. Покоритель. Короче, на скам, по-моему, закинул. Ну там 10% нажимал еще этот ДКшник. Там, смотри, если ему нужнее. Плащ и духаст. Это, по-моему, нашему приступ пойдет. У него что там? А, такой же почти только с магика. Ну, с ГМ. Хэм. У него с критом пишет. А, дух... ты про это? Про Геншин? Да, дух крит. Берите трэш, чё стоите. А я надеялся, что воля упадет.
Давайте переключаемся в собаку, в вонючку. Первую незыбку дам я. Айновен, подбегай сюда быстрее. Я договариваюсь. А, я понял. Или что уже сам? Ну, старайтесь захилить. По максимуму. Бегите. Бегите сюда к нам. На следующую каст Вилаша незыбку дашь. Бисер гимна хп. Давай, готовься. Читай. Вот мне интересно, вот этот слизень, можно из диспелить его паладины? Это же хил, по-моему. Вроде можно, но именно слизню. Да, можно. Я бы даже сказал, нужно, блядь. Нахуй. Это походу был намек такой интересный. Заебись, прибежал. Ну так по дистреблению. Чего вы лежите? Бегите сюда. Уже пол рейда прибежало. Тотемы ставьте на ману. Плохо было бы еще с меня моба забрать. Неплохо, боюсь. Да? Йо?
Да, в смысле бой начинается. Там надо бежать либо с хилами, либо как-то, блядь, с ивами с какими-то. Истребление... Все придут, блядь, нормально разбахнемся потом. Истребление опускает хп, а уешка от собаки добивает. Вот эту уешку надо захиливать. Первый рывок, да? А нет. Так, это у меня интернет отвалился. Мы уже все ушли далеко, да? Угу. Да нет, на прелести стоит. Чтобы мобы не разбегались, надо под собаку вставать. Чтобы вот так они не разбегались. А смени лут еще? Если ленточка упадет.